Более 10 километров дорог местного значения. Всего 11 участков планируется отремонтировать в этом году на территории Одинцовского округа. Андрей Иванов лично проверил качество ремонта асфальтового покрытия на улице Новоспортивной. Мы заключили контракт со специализированной организацией, которая контролирует не только саму финальную стадию, когда уже все сделано и нужно брать вот такие пробы, но и начинают еще на самом старте, когда подрядная организация только появляется здесь на конкретном участке, проверяют ту асфальтобетонную смесь, которую будут укладывать, тот щебень, гравий, песок, все, что необходимо для будущего ремонта. Акт приема всех выполненных работ будет подписан исключительно после проведения лабораторных исследований материала. Контроль жесткий, проходит в несколько этапов. По словам Андрея Иванова, все для того, чтобы не было никаких сюрпризов. Подрядчики относятся к этому с пониманием. Контроль за ремонтом асфальтобетонного покрытия, вообще всех работ, осуществляется в 4 этапа. Первый этап – это согласование рецепта асфальтобетонной смеси посредством отбора инертных и вяжущих материалов с асфальтобетонного завода. На основании этого мы согласовываем или не согласовываем и вносим какие-то правки в рецепт асфальтобетонной смеси. Второй этап – это контроль за подготовительными работами. Третий этап – это контроль непосредственно производства работ. И четвертый этап – это постконтроль. Дорожные покрытия уже восстановлены в Немчиновке, Лохине, Голицыне, Одинцове и в Звенигороде. Некоторые участки выбрали жители путем голосования на портале «Добродел». Елена Морозова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».